Друзья, всем привет! Когда у меня дома есть баночка кукурузы, я всегда готовлю этот вкусный, аппетитный, с легкой остринкой экспресс-салат. Давайте же вместе с вами его и приготовим. Для начала я мелко нарезаю крабовое мясо. Можно использовать крабовые палочки. Далее на крупной терке натираю 2 вареных яйца. Этот салат палочка-выручалочка лично для меня, и я его готовлю даже на праздничный стол. Он получается вкусный и аппетитный. Далее натираю на крупной терке плавленый сырок. У меня дружба. Но чтобы сырок натирался лучше, его необходимо слегка подморозить. А теперь беру самый большой салатник и начинаю все соединять. В салатник отправляю крабовые палочки, вареные яйца, сюда же добавляю морковь по-корейски. Морковь у меня острая. Но здесь уже все на ваше усмотрение. Добавляю 1 банку консервированной кукурузы и плавленый сырок. Все заправляю майонезом. При желании можно добавить немного черного острого перца. Соль в этот салат я не добавляю, так как морковка и сырок уже соленые. Салат перемешиваю и подаю, друзья, его к столу. Как видите, что готовится он просто и быстро. Украсить салат сверху можно, например, мелкорезной зеленой петрушкой. Такой салат понравится всем без исключения. Он бюджетный, простой, но очень-очень вкусный. Друзья, если вам понравился сегодняшний рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня. Всем пока-пока!